Хэшки, ребятки, с вами Лекс. Мы продолжаем играть в Near Death, в которой как раз-таки сейчас пойдем искать другие комнаты. Так, мы включили двигатель, генератор точнее. Теперь нам нужно включить еще один генератор, я так думаю. Если я не застряну здесь. Блин, я здесь застреваю. Ну ладно, сделаем это так. Здесь я не могу пройти, серьезно. Блин, ну серьезно. Ну ладно, тогда сейчас спустимся тут. Вот еще один генератор. Требуется топливный насос. В последнее время генератор барахлил постоянно. А теперь и топливный насос отказал. Я собирался его починить, но станцию все равно закрывать. Зачем тащить сюда еще один насос со склада? Нам нужен склад. Где находится склад, я понятия не имею. Давайте сюда пойдем. Смотрим, что у нас тут есть. Вон там есть огоньки. Я думаю, что эти огоньки приведут нас к другому месту. Давайте посмотрим. К нужному нам месту. Хэп и бар. Вон туда вот нужно идти. Да. Вот он. Я думаю, что это склад, ребят. Нам нужно взять топливный насос. И все будет хорошо. Так, здесь окна разбиты. Мы здесь еще не были, значит, в этом месте... Ага, все нормально. В этом месте должно быть что-то, чем можно поживиться. Так, обыскиваем. Okay. Это обыскать не можем. Хорошо. Ящики. Okay. Okay. Обыскиваем все это дело. Стол, конечно же, тоже нужно обыскать. Так. Все, написали? Скажу как есть. Немедленная спасооперация маловероятна. Спасооперация, то есть спасательная операция, если не поняли. Не раньше восхода солнца. Что? Да это несколько недель. Ты в своем уме, Джек? Я знаю, что ты делаешь все возможное, но до восхода очень далеко. Я хотела убраться отсюда несколько... Я хотела убраться отсюда несколько месяцев назад. Чего? Понимаю, просто зимовка. Ты же знаешь, сокращенный состав. У большинства низкий ТЗ. Замедленное мышление. Диссонация. Временная амнезия. Я не дам тебе через это пройти. Будем держать связь. Ты не одна. Но ведь я тут одна, Джек. Я ценю твою помощь, правда, но это место не располагает к жизни. Есть идеи, что делать дальше. Тут все еще не жарко. Так, погода становится хуже, к тебе идет фронт второго уровня опасности. Тебе придется укрыться, пока мы не составим план проверки блок NAV на предмет еды и water, на сколько воды осталось. Окей, нам нужно water и хабар проверить. Проверю и сообщу. Окей, задача обновлена, берем батареечку. Угу. Закрываем дверьку, потому что будет дуть, если мы не закроем. Здесь же окна все заделаны, да ведь? Ага, окна все заделаны, говорю, посмотрите. Дыра такая. Обыскиваем. Обыскиваем все это. Так, толчок мы не можем зайти, хотя в толчке могло быть что-то интересное. Может быть, кто-нибудь оставил бы что-нибудь там, петарду какую-нибудь мне. Сигнальный факел. Ладно, валим отсюда. Мы пока что можем бежать, а теперь не можем бежать. Окей. Дверь не открывается. Что это за дверь? Ящик какой-то. Окей. Еще один ящик. Смотрите, какие-то документы лежат. Перечисленные правильные способы ношения различных для экстремальных погодных условий. Раздел, посвященный зимним брюкам, рассматривает проблему потери тепла. Окей. Возможно, это нам даст новый... Сумку мы не можем проверить. Новый рецепт. Не рецепт, а крафта. В общем, мы поняли. Okay. Возможно, мы сможем, благодаря тому, что читаем вот эти штуки, скрафтить что-то новенькое. Я уже мерзну.
А здесь все просто, все забито именно холодом. Ладно, давайте здесь сделаем. Так, мастерская, заплата на окно. Иначе мы умрем сейчас. И сейчас ставим здесь обогреватель, иначе будет очень-очень-очень холодно. Все, согрелись более-менее. Да, уже лучше. Фух, отлично. Давай посмотрим, что у нас есть. Набор для зимних брюк. Вот, я же говорил, нам нужен один канат для этого, чтобы не мерзнуть. Мерзнуть мы в любом случае будем, но лучше все равно использовать. Перезапусти систему водоподготовки. Дополнительно отремонтируй силовой ящик в НАВ. Окей. И найди запас продовольствия в жилом блоке НАВ. Хорошо. На второй этаж идем. Что у нас тут будет? Тут опять-таки... Серьезно просто. Ну чисто, ребят. Офигеть. Блин, не тот шар толкнул. Без разницы, короче. В общем, к чему я веду, ребят? Здесь как будто кто-то есть. И очень похоже на фильм «Нечто». Просто... Просто один в один похоже. Какая-то жопа вообще. Кто просто здесь слушает музыку? В чем происходит вообще? Это вообще нормально? Так, здесь точно ничего нет у нас. Может быть, я что-то пропустил. Но окна здесь все забиты, и тепло здесь и есть. То есть мы можем здесь, если что, побыть потом. Меняем батарейку. Здесь какой-то класс был. Видимо, здесь чему-то учили людей. Пройти здесь не могу, окей. Ладно, давайте здесь попробуем зайти. Ага. А как здесь зайти-то можно? Видимо, только через улицу? Серьезно? Да, действительно. Вот здесь, видите, такая вот дыра. Просто дыра. Кто сделал здесь эту дыру? Я не поверю, то, что здесь шторм так надел делов таких. Так. Каталог изображен фонарь с параболическим отражателем. Окей, мы сможем сейчас крафтить параболический отражатель. Я не знаю, что это такое. Как он будет выглядеть. Поэтому я не буду ничего про этому поводу говорить. Так, открываем шкаф, смотрим, что тут. Пусто, как я и хотел. Брезент. Пусто. Пусто. Да что ж, в шкафах-то ничего нет, алё. Холодильник даже не можем прочекать, странно. Здесь тоже все. Да, здесь все залутано. А, там дверь была. Ладно, идем. Воу. Силовой ящик. Здесь какие-то печатные машинки. Здесь, в принципе, ничего такого. А, вот. Ничего такого интересного нету. Это что такое? Все, мы типа. Нет еды. Это вот именно то, что мы искали, ребят. Запасы еды. Их вообще нет. Ноль. Абсолютный ноль. Все забрали. Ладно, возвращаемся. Нужно будет сейчас сообщить о нехватке еды. Ой, давайте поднимемся наверх. Так, окей. Здесь, видимо, вообще ничего нету. То есть, как бы, особого смысла сюда подниматься не было. Ну, ладно, идем дальше. Точнее, обратно уже сообщить.
нашему другу о том, что все очень плохо для нас складывается. Так, где эта штука? Вот она. Еды нету. В кладовой пусто. Это пугает. Мне нужна энергия, Джек. Знаешь, сколько калорий тут уходит просто на то, чтобы дышать? Где-то еще может быть еда? Маловероятно. Протокол, ты же знаешь, ситуация определенно сложная, но не невозможная, поверь мне. Мы ищем решение, и сейчас лучше всего проверить запасы воды. Иди в блок Water и доложи обстановку. Я к инженерам буду через 10 минут. Вот так вот. Все очень плохо, ребят, вы понимаете? Я думаю, мы согрелись, в принципе. Опа-на. А это что такое? Осветительный столбик. Я даже не обратил на него внимания в первый раз. Мы можем, видимо, осветительные столбики поставить. Если мы где-то что-то не будем видеть. Чтобы не использовать энергию батареек. Так, Water, подождите-ка, куда это побежал? Здесь же должны быть указатели. Да, я все правильно побежал. Она справа. Бежим, 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 бежим. Water у нас будет налево. Окей. Воу! Офигеть! Вот говно. Это было очень крипово. Бежим, в общем-то. Я надеюсь, здесь не будет никаких диких зверей. Потому что это вполне вероятно, что они здесь должны быть. Грин. Это не то, что мне нужно. Здесь есть сапоги. Повторно свяжись с МакМердо. Так, а мы пришли к Water или что? Задача же просто так не обновляется, если мы пришли не туда бы. Greenhouse Office. Здесь все работает, окей. Посмотрите-ка, опа-на, опа-на. А что это такое? Топсойл, топсойл. Фертилизер какой-то. Я не знаю, что это такое-то. Это ж не похоже на еду. Я просто подумал... Да, это какая-то, видите, земля. Возможно, для того, чтобы что-то выращивать. Давай свяжемся. Только что взлетела без самолета. Шлагблок у Water. Теперь про мост можно забыть. Хочу убраться отсюда. Тут есть транспорт? Транспорт? Подожди-ка. Так. В ведомости указано, что команда оставила на базе снегоход для грузовых работ фазы 2. Но Мактаун в 225 милях. Ты не доедешь. Можно ли его модернизировать каким-либо образом? Безумная идея. Ладно, так, снегоход хранится в гараже Сутру на северо-восточной окраине комплекса. Возможно, стоит проверить. Ладно, пойдем туда. Хорошо, когда есть план, даже сумасшедший. Это да, согласен. Просто мы просто знаем, что можно сделать. Так, это что такое? Справочник по выживанию. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть вообще. Зимние брюки, нужны канаты. Усиленная батарея для фонаря. Создадим, наверное, да? Прокладка для парки не хватает мне. Давайте, усиленная батарея для фонаря. Дальность и яркость увеличивает. Ну все, супер. Слишком ярко стало, если честно даже. Так, окей. Обыскать шкафчик. Обыскиваем все, короче, ребят, то, что можно обыскать, потому что мало ли будут какие-то супер полезные материалы. Поменять батарейку? Не, сейчас менять пока не будем. Попозже поменяем, потому что... Воу, это что такое? Видите, здесь у нас был сад. То есть здесь росли действительно... растения. Поэтому он называется Greenhouse, то есть зеленый дом. Дом зелени. Так. О, хотя бы музыку можно включить, это радует. Странно, что они не забрали такой вот раритетный предмет. Ладно, меняем батарейку, потому что я думаю, время пришло. Так, это нам не надо.
Что-то вообще ничего здесь нету. Растения, главное, оставили. И больше ничего не оставили. Так, степлер нам не нужен, в принципе. Это мы обыскали. Отдадим сюда. Это что такое? Непонятно, что это такое. Давайте поднимемся. Гринхаус нам не нужен, наверное, вот сюда. А, мы здесь уже были. Вот, вот в чем дело. Давайте тогда сюда. No smoke area. То есть это у нас, ребят, как раз таки то, где я был, но почему-то я не нашел в тот момент ящик здесь. Почему? Почему я не пришел и не посмотрел? Столы у нас не обыскиваются никаким образом. Ну все, здесь больше ничего нету. Ладно, сейчас, ребят, вернемся и посмотрим, куда нам нужно идти. Так, смотрим. Задачи. Иди в гараж. Отремонтируй силовой ящик в НАВ. Дополнительные задания. В принципе, нам его уже ремонтировать не надо, если мы найдем в гараже машину, которая должна быть там, по сути. Вы видите это? Минус 100 градусов почти. Ну, мы находимся в Антарктиде, как вы, наверное, уже поняли. Поэтому здесь такая вот огромная температура, такая низкая температура. Огромно низкая. Так, ну ладно, ребят, давайте тогда, раз уж мы так далеко отошли, давайте все-таки закончим на этом. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Если хотите увидеть продолжение, как мы уже идем в гараж, смотрим, что там у нас есть, то ставьте лайки, пишите в комментариях, не забываем подписываться на паблик ВКонтакте, ссылка есть в описании, шапка канала. С вами был Олег, спасибо за просмотр и всем доброго.